Здорово, пацаны. Получилось у нас немножко времени. Едем, как всегда, на коп. И как всегда, на нашу удачную, богатую поляну, которая находится вот слева от меня. Я уже ее конкретно выбил. Ну, выбил своим аппаратом, Аськой, да? Вот. А теперь мы поставим катушечку Голиаф. Посмотрим, Голиаф что-нибудь нам вытянет из земли еще или нет. Подлокотник я свой так и не доделаю еще никак. Видите, пока у меня там все склеивается, я так обмотал. Вот. Потом посмотрим, что дальше сделаем. Видите, и черняшка пролетает, и край. Она показывает глубину на всю, и вот отметка справа у дискрима. На Аське чаще всего, вот на Ace Евро, чаще всего это показывает как империя. Держи. Замочка, не замочка, а какая-то херь от ремня, которая риту задержал. Медь. Ладно, хрен бы с ней, берем. Вот так, как и не копали. Давай дальше. Неглубокий сигнал. Раскакивает по дискриму чернина. Очень далеко ушла, меня не слышно было. Раскакивает чернина, но копать надо все. Плохо без пинпоинтера, мужики. Вот ковыряй вот я. Чтобы сейчас засунул, чик-чик, вот она. Сколько время экономишь? Точняк. Повернем еще. О, блядь. Какая-то херня выскочила. О, опусти пониже. Видно, нет? О, блядь, двухсторонняя, блядь. Что-то какая-то... Может, от почты какая? Непонятно. Ламповый. Чё ламповый? Какая-то бирочка. Ламповый рудоуправление. Боковская. Чё? Боковское рудоуправление. Ламповый какой-то... Фигня, короче, какая-то. А это обратная сторона. Года нету. Ламповый. Непонятно, непонятно, что это такое. Ну ладно. Боковское рудоуправление. Кто-нибудь может знает? Кто с Боковки? А где он? Смотрите, мужики, под катушкой богомол. Смотрите, вон он. Видите? Вот он. Ой, мама. Красава. Смотри, какой красавчик. А?
поближе. Бля, ништяк, у него, гля, коленки в другую сторону. Ой, нафиг, все, я не хочу. А, глянь, как он меня гладит ножкой. О, какой. Ой, бля, собака. Ну, ах ты, собака какая. Он кусается? А хер его знает, может и кусается. Что-то я очкую. А вдруг он, блин, в натуре грызун такой. Ну нафиг. Все, я выключаю. У него жопа какая-то игла торчит. А? Сними поближе, к мере животного. И ты дрежи ты. Я не хочу, отпрыгнет на меня, я с ума сойду. Я там боюсь, бля. Вон у него на жопе какая-то игла. А вдруг кусается? Ладно, пусть живет. Что это за дрянь такая? И тут нет ничего, ёпта. Мне даже это показывать стыдно, блядь, я это выкину. Фу, блядь. Комарин, надо побрызгаться. Ну ты посмотри, вырыл-то, ну не дурак, а. Ведь знал, что ни хера нет, ради интереса. Вот за каким хером такой окоп ради интереса копать? Блядь, блядь. Хотелось бы пробку. Хоть советы. Но не пробка. О, нет, блядь. Спасибо деду. Ну тоже, по стоимости как пробка. Блядь, кыш-кыш. Что это такое есть? Что это такое? Кусок какашки. 3 копейки. У меня такая есть. 73-й год. Трояк. Ну ладно. Пусть так. Вот это вот моя прошлая лунка, это где трехдневный коп у нас был, можете посмотреть вот по этой ссылке. А вот сейчас вот Голиафом вот отсюда вытащил, вот, пожалуйста. Монетос? Хреновый. Советы. Но все-таки монетос. Опять трояк, 86-й год. Находочка. Какая-никакая. Но факт в том, что Голиаф, ты ее взял. Батарейка. Ох, японский, смотри. Блин, дай-ка. Ёп. Дай-ка выключи, чтобы он не выезжал. Ого. Смотри, какая шайба. Так, где он? Где мы есть? Где пальцы? А, во. Смотри, какая шайба. Муравьи ее охраняли. Иди, твою мать, ты глянь. Вот это балда. А, это медаль. Великая Отечественная война. 41-45.
фоточка. Да, держи. Наше дело правое. Мы победили. Это точно. Точняк. Фу, пацаны, наконец-то. Из всего этого шмурдяка, как скажут наши украинские братья, наконец мы что-то выкопали. Тот телефон наш сел, мы сейчас достали другой, качество у него похуже. Но смотрите, смотрите, что вылезло. Вензеля. Видно? Достаем. Мазафака, ты посмотри, бля, какая сохранка. Уха! 1776. Сохран какой, мать его. Так, это что у нас? Ой, блин, тяжелый. Размерчики. Бля, какая-то вздутая. Вообще. Так, гурт у нас какой-то. Вон. Ай, вай, Джан, ты посмотри. Вот, посмотрите. Посмотрите на это поле. Поле. Русское поле. Светит луна. Вот на этом поле. Трехдневный коп. Можете посмотреть вот по этой ссылочке. Коп без подлокотника. Счастье вот по этой ссылочке. И сегодня уже, наверное, 10-й раз мы сюда приезжаем, потому что попадались советы, неинтересные видео, я не стал оценивать. Ну вот не зря мы сегодня приехали, только проговорили, что время 7 час, пора уже сваливать. Ну вот, пожалуйста, посмотрите. Русское поле. Почему я так радуюсь? Потому что у меня еще такой нет, такой не нахожу. Русское поле. Будем искать еще. Так, ну что, как мы и запланировали. 2 часа копа. 2 часа подходит к концу. Вон идем к машине и отчаливаем. Так, ну что, друзья, наш коп подошел к концу. Меняю я уже третий телефончик. Все у меня село. Не попали у меня в эфир еще пару-троечку монет. Потому что вот 20 копеек 41-й. Тут тоже какой-то год, 48-й, по-моему, десятка. Но эти трешки вы, по-моему, видали. Вот тоже раннего совета троечок 31-го года. Три трешечки, значит. Медаль порадовала. Наше дело правое, мы победим. Так, вот это что такое? У кого есть какие соображения, скажите, что это за штучка-дрючка такая. О! Это обратная сторона, какая-то бирка. Ну, естественно, больше всех порадовал. Вот такой монетос наш. Здоровенный. О. Вот такой гурт. Помоем. И в коллекцию. Так, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу «Тамбовский кладоискатель». Все ссылки ниже под видео. До новых встреч, друзья. Пока.